Так, в Музее истории мероприятие стартует в 19 часов. Здесь пройдет музейный форум «Тени забытых предков», посвященный году кино в России, 150-летию Российского исторического общества и 55-летию полета первого человека в космос. Организаторы подготовили яркую и насыщенную программу. А в художественном музее для посетителей будут представлены новые экспозиции из частных коллекций. Также здесь состоится концерт Сочинской камерной филармонии, квартет имени Рахманинова, а сочинские умельцы раскроют секреты своего мастерства. Музей имени Островского пригласит гостей на бал, концерт бардовской песни, в шатер со сказками, а также для всех желающих проведут экскурсии по мемориальному дому писателя. В этот день вход во все музеи города будет бесплатным.